Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tukan.pe. Маленький такой обзорчик, вот такой вот штукенции, мотовила для веревки. Ну, вот ее можно использовать для намотки проводов и всего прочего. Вещь достаточно универсальная, вот, полезная. Ну и в данном случае это уже новая моделька, новый образец. Вот, у нее сделана более удобная ручка. Как видите, она уже идет вот с такими вот пластинами, которые удобно держать. Вот, и второе ее отличие от всех остальных, это увеличенная часть намотки, то есть она также идет пластинчатая, что позволяет за один оборот намотать несколько больше проводов и всего прочего. Вот, немножко по размерам. Общая длина 33, длина вот это у нас получается 23 сантиметра, ширина внутренняя для проводов и веревки 9 сантиметров, ширина полностью 17 сантиметров. Ну, естественно, есть для старта, для завершения все вот эти крючочки, которые помогают зафиксировать провод уже непосредственно после. Мотовила идет в нескольких цветах, это синий, черный, красный и зеленый. Вот, можете при оформлении заявки указать цвет, там есть такая функция. Ссылочку на данное мотовило можете найти уже в конце видео. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписываться не забывайте на наш канал. Рекомендую.